Уже сегодня Анатолий Эдуардович Юницкий, автор и создатель технологии Skyway, может продемонстрировать полноценную и полномасштабную картину, нарисованную в металле, бетоне и композитных материалах. Вы видите здесь 6 транс с транспортной инфраструктурой, построенной на втором уровне, то есть над землей, 4 подвесные и 2 навесные транспортные системы. Первый из комплексов, который был построен, легкая подвесная система протяженностью 800 метров на полужестких струнных рельсах с пролетами 40 метров. Вы видите слева от себя. При температуре замыкания, это 0 градусов, предварительное натяжение в его путевой структуре составляло 180 тонн. Второй построенный комплекс – эстакада с провисающей путевой структурой, имеющей общую длину 800 метров и пролеты 200, 400 и 200 метров. Сразу же располагается за ней. Эти две эстакады соединены между собой поворотными кольцами радиусом 15 метров и таким образом образуют одну кольцевую дорогу. На одном из поворотов установлен стрелочный перевод. Третий построенный комплекс – эстакада с двумя струнными фермами справа от вас, имеющие общую длину почти километр, 950 метров, и пролеты по 50 метров. Наши критики иногда говорят, подумаешь, вкопали 15 столбов, по которым по канатам бегают фанерные модули с двигателем от кофемолки. Во-первых, это не столбы, а высокотехнологичные опоры транспортной эстакады, легкие, ажурные, рассчитанные на вертикальную нагрузку от 10 до 100 тонн и на горизонтальные нагрузки от 250 до 1000 тонн. Высотой от 3 до 15 метров, B-образные, G-образные, выполненные из железобетона и стали, выдерживающие землетрясение в 9 баллов по шкале Рихтера. Они не только вандалоустойчивы, но и смогут защитить своих пассажиров даже в случае террористических актов. Например, подрыв зарядов 10 килограммов тротилового эквивалента не причинит вреда промежуточной опоре, 100 килограммов анкерной опоре. Всего у нас установлено 49 опор, из них 8 анкерных. Также построено 2 пассажирских вокзала, 1 пересадочный узел и 3 пассажирские станции. Пересадочный узел с городской подвесной трассы на навесную, высокоскоростную и обратно, совмещенный с анкерной опорой и музеем Skyway, выполнен весьма скромных размеров, 12 на 24 метра, но имеет производительность крупного аэропорта, такого как, например, в Дубае, размером километр на километр. Потому что в Skyway совсем другая логистика, примерно как в конвейере. Непрерывное движение без расписания, не приводящее к большому скоплению пассажиров, как это происходит в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Рельсо-струнная путевая структура – это не канатик канатной дороги. Это высокотехнологичная транспортная эстакада, легкая, ажурная, прочная и долговечная. А еще, наверное, вы уже заметили, очень красивая. И не очень дорогая, например, легкая двухпутная эстакада Skyway стоит от 1 миллиона долларов за километр, тяжелая от 2,5 миллионов, в то время как стоимость эстакад для традиционных монорельсов, поездов на магнитной подушке и высокоскоростных железных дорог, легких, например, эстакад от 20 миллионов, тяжелых от 100 миллионов долларов за километр.